До 28 августа на Апалском тракте в районе улицы Новороссийской в Барнауле организовано реверсивное движение. Подобная мера связана с проведением первого этапа масштабной реконструкции сетей водоснабжения. В общей сложности задействовано порядка 30 единиц техники и порядка 40 специалистов предприятия. В утренний час пик со стороны улицы Попова у нас две полосы движения в сторону центра идет. С 16.00 до 9 вечера организовано будет уже движение при движении с проспекта Строителей в сторону улицы Попова. Две полосы. Проблем в движении у нас нету, заторовых ситуаций не было. Соответственно, схема у нас на текущий момент рабочая. Напомним, в Барнауле за счет средств бюджетных кредитов реализуется крупный инфраструктурный проект, который предусматривает комплекс мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Объем вложений составит более 2 миллиардов рублей. Модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Дмитрий Дроздов, «День с толком».